Книжки я прочитал. 60-е годы все-таки были такими вот романтичными не только у нас, а они и на Западе тоже были романтичными. И сейчас, по-моему, никто и не помнит про это. Это книга «Брат мой, враг мой». Это про физиков. Про физиков, двух братьев, которые через преодолевая трудности, делали физические открытия, в общем, занимались своей профессиональной деятельностью. Интересная книга. Вот мне это во многом сформировало. Я захотел стать исследователем, захотел стать физиком. Я не хочу содержание рассказывать, но это пересказывать Анну Каренину, это на самом деле смешно. Митчелл Уилсон можно найти в интернете. «Брат мой, враг мой». Достаточно толстая книжка, но интересная.